Добрый день, друзья! Отдел краеведения в рамках заочного кинолектория «Донбасс кинематографи» предлагает к просмотру художественный фильм Эдуарда Бочарова «Седьмое небо». Фильм снят в 1971 году. Премьера состоялась 20 марта 1972 года. Советский кинорежиссер и актер Эдуард Бочаров родился в 1931 году в Москве. В послевоенные годы работал на ростовской студии кинохроники, после чего всерьез увлекся кинематографом и в 1954 году окончил режиссерский факультет в ГИК. Среди режиссерских киноработ большой успех имела картина «Седьмое небо». Это история о трудовых буднях горняков. Фильм погружает зрителя в эпоху жизни шахтерского Донбасса 1960-70-х годов. В кадрах легко угадываются знакомые очертания Донецка. Сквер Гурова, парк имени Щербакова, панорама металлургического завода и шахт. В главных ролях известный актер Николай Рыбников со своей супругой Аллой Ларионовой. Героиня фильма, столичная красавица Ксана, знакомится с шахтопроходчиком Иваном Мазаевым и едет за ним в далекий южный городок. Но трудная шахтерская жизнь очень быстро надоедает ей. Она уезжает в Москву, но не может забыть Ивана. Дорогие друзья, переходите по ссылке и смотрите художественный фильм «Седьмое небо», который дает нам возможность насладиться профессиональной игрой известных актеров советского кинематографа. Желаем вам приятного просмотра!